Череда тяжелых потерь. От остановки сердца умер дорогой человек в жизни Пугачевой. 70-летний Виктор Шульман, открывший миру многих советских и российских звезд, скончался в Нью-Йорке. Как сообщают близкие, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Похоронят знаменитого организатора концертов и певца на кладбище в Нью-Йоркском Лонг-Айленде. Одним из первых, кто отреагировал на плохую новость, стал российский юморист Владимир Винокур, близкий друг Шульмана. Умер Виктор Шульман, талантливый музыкант, певец и продюсер. 1986 год. Муслим Магомаев, Виктор Шульман и ваш покорный слуга. Гастроли. С Виктором работали все, начиная от Владимира Высоцкого, Аллы Пугачевой и все советские и мировые звезды. Поклон родным и близким. Виктор Шульман родился в России, закончил музыкальное училище и Московской консерватории. Затем, как и многие, эмигрировал в США. Его профессиональная и личная жизнь сложилась очень удачно. Сначала он выступал как певец и музыкант, затем примерил роль импресарио. Шульман стал организовывать концерты для звезд Советского Союза по городам Америки. Среди его подопечных были Владимир Высоцкий и Булат Акуджаева. Затем Михаил Жванецкий, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин и другие.